Здравствуйте, друзья, с вами Мото Викторов. Вышли мы покататься, да? Завели свой дырчуган. О, еще едут. Ну что, будем кататься? Да. Давай, Дань, заводи. Все хотят первыми быть. Отойди. Так, ну что, меняются мопедиками. Маленький. Потом я поеду. Маленький, да? Та резиночку, то потом сделаем. Жара на Краснодарский край очень сильная пришла, так что кататься только вечером. Да? Только вечерком кататься. Да, ребят, вот этот кранчик, когда долго стоит мопед, они бывают протекают. И для этого я ставлю дополнительный вот такой кран. Его здесь перекрываете и здесь. И может стоять, хоть годами двигатель не зальет. Даня поехал. Угу. Все, он завел. Он уже научился заводить. Ты хочешь на нем прокатиться? Даня, стой! 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 Так, Вовчик хочет попробовать вот на этом мопедике. Что такое? Топливный надо чуть-чуть приоткрутить. Он газ дает. Все, пробуй. Я газ даю. На, ты пробуй. Ну как у него ход? Нормально. Давай. Ну давай еще, проедься. Аккуратно. Трогайся! Игорёш, отъезжай! Кто? Длинный газ, короче, у вас короткий, у вас их зажало, он уже вовсю летит, блин. Все, время нет сидушку поменять. Сейчас мы все усилия на музей. Все выносим, чистим. Пока с мопедами не занимаемся. Так что сейчас осенью. В основном мы осенью делаем. Да, Саш? Сейчас жара такая сильная стоит. Только вон, купаемся в бассейне. Да. Вечерами вот выносим. С гаража под музей.
Вот сегодня решили покататься. Ну что, Игорёш, поехали прокатимся? Игорёшу я еще не прокатил. Нет, жарко. И бензина у нас, вот это мы последний разлили бензин. Чтоб на баге кататься. Что там, Даня? Ну что, накатались? Да. Ну а теперь будем сейчас купаться. Да? Да. Все. А, это... И... Игорёша бросил. Ну что, идите раздеваться и будем купаться. Ну, ребят, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. Всем пока!